Доброго времени суток! Добро пожаловать ко мне на кухню. А давайте вместе с вами сегодня приготовим. Я их называю воскресные бутерброды, потому что нужно время, чтобы повозиться. Понадобится батон, твердый натертый сыр, любой ваш любимый, молоко, помидоры, укроп, чеснок и потом еще понадобится майонез. В первую очередь нарезать батон. Небольшое количество масла я уже распределила по сковородке, в которой буду жарить батон. Добавляю сюда один зубочек чеснока и немного обжариваю, делаю масло ароматным. Чеснок убираю. Количество продуктов, которые я использую, указывать не буду, потому что семья у всех разная, у кого-то очень большая, у кого-то очень маленькая. Ориентируйтесь по количеству персон в молоко и на сковородку. Обжариваю с двух сторон до красивой золотистой корочки. 2 столовых ложки майонеза добавляю. Чеснок. Совсем немного для аромата. У меня здесь большой зубочек. Я, наверное, только половинку добавлю. Тонкими ломтиками нарезаю помидоры и нарезаю укроп. Обязательно отдаю гренкам остыть и потом собираю вкуснючие бутерброды. Немного майонеза, помидорка. Сыр я натирала на мелкой терке. Должен быть такой кудрявенький, пышненький. Делаю сырную шубку, немного укропа для аромата и для цвета. Красота! Это очень сытно и вкусно. Приготовьте такие бутерброды, и можно потом целый день больше ничего не готовить. Будьте здоровы, кушайте вкусно. Пока-пока!